Смотри, я потом придумаю, как это вставить. Тут, короче, вводится туэтка. Они, оказывается, не подсвечиваются. Господи. Это так неудобно. Сейчас надо понять, как на меня туда пробраться. Пиздец, да? Вообще. Может, там дальше будет прокачка где-нибудь подсвечиваться. А пока что придется, блин, так и очень хорошо их спрятать. Здорово тебе. Ну что же, я прохожу дальше. Наконец-то я пришел к Арагами. Очень... Сейчас я поправлю. Что-то тут как-то неудобно. Давно я не сидел, потому что мы на свече Дред вышел, я в Дред херачу. И на Xbox херачу, то есть. Наконец-то я вернулся. На ПК. Так, все кнопки работают, все. Так. Шепот. Я уже забыл, как чё. Ага. Вы. Межзадание. Ага. Из трех, хорошо. А, только одно надо было задание. Так, выпал на все. Ага, тут тоже на все. Угу. Сейчас посчитай, да, задание? Одинокая гора. Нет, Акацути. Не будет безнаказанно разорять долину Расемон. Расемон. Донесите до солдат эту мысль. Ну давай донесем. Сейчас мы как донесем. Чего-нибудь, в кого-нибудь, как-нибудь. Так. Куда? Ебать, там же вода. Так, способность не только одна. Шепот. А вот, наверное, да. Наверное, я использую. Так. Что, я думаю, в эту сторону. А вот да, у меня способность быть невидимым. Когда возле стены. Убиваем.
Так. А как кинуть? А, что положить? Метнуть. Пострел еще один внизу там. Острый, это же вон та локация, да? Получается. Давай, иди гуляй. Да, это вот эта локация, которая та была закрыта. Так, ну здесь не видно-то вообще ничего. Так, стоит отметить, что Будды, они не подсвечиваются. Это я не понимаю, что мне здесь делать. Энергия же заканчивается еще. Так, бабло, бабло, бабло. Было. Так. Этот посмотрел, ничего, говорит, не увидел. Было очень интересно, но не ясно. Человечек. А я даже не знаю, куда мне идти. Устранить цель. А где моя цель? Это глаза такие шарики. Конечно, интересно. Так, здесь все ограждено. Ты чё это? Ладно, сейчас что не придумаем. Сейчас надо выманить его. Просто его сейчас здесь вот убьем слегка. И все.
надеюсь, что тот не заметит. А того мы сверху прыгнем, убьем. Все. Смотри, как очень все интересно получается. Так, а здесь точно ничего. Просто сверху ему. Вот и все, говорим. Иди он к другу туда. В кущи. Так. Теперь у нас здесь. Так, это здесь вроде как бы один. Нет, он здесь второй. Да, иди, тебе не показалось. Иди, послушай. Здесь их двое. Что, он просто ходит по кругу? Давай сюда. Такой, а что это там у нас? На, нахуй. Догадался, что это тут у нас? Предметов тут походу нету. В принципе, как он только уйдет, так можно это за ним следовать и гасить его. Блять, тут вас еще больше. А вот моя цель, да? Все положение, так тяжело. Метать наружу смертельно опасно. Но я понял, вы мне дали подсказку. Что метательное оружие.
Блять, а толку там мне до этих устранять? Бля, я проебался, ты прикинь. Сука, там же, кажется, еще один, да? Да можешь это. Успокойся там. Да пиздец, да. Сейчас мы найдем. Есть. Так, в принципе, он за углом. Так, ачивка Геккон. Больше никто ничего не знает. Так. О. Да, ты пострел убил.
Этого тоже пострел убил. Так, сейчас надо теми заняться. Так, кто сейчас куда пойдет? Так, непонятно зачем. Сука, ты быстрее. Чё происходит? Давай шептанем. Иди к другу. Так, теперь надо к этой сволочи как-то пробраться. Чем слишком далеко, да? Подожди, а как там с одной стороны в другую? Нет. А, только так кувырками, да, теневыми? Так. Ну и чё ты? Или же он никак не реагирует? Я не могу даже его зафиксировать. Ну, только так. Ну все, я типа всех поубивал.
Все противники убиты. Все противники живы. Вас не заметили. Блин, а это будет сделать очень сложно. То есть... Только устранить цель. Это мне надо открывать что-то, чтобы с расстояния просто в него метнуть. А, в принципе, нет. Почему? Я же могу так же просто оглушать всех. И все. Ладно, потом так же перепройду. Так, поговорите с предателем Катаси. Где там Катаси? Бля, Катаси. Тебя нет ничего для меня. А, ну да, точно. Откуда у тебя? А вот зачем мне бабло? Сейчас скроется какой-нибудь этот торгаш. Так, а тут и пуган весь, да? Могу, да, к тебе попасть. Ладно. Привет. Сакура. Нет, блядь. Я так просто меч нашел и вообще лишками стук. Это, блядь, максимально отстраненное лицо назад. Давай. А в Кунсе можно производить припас, снаряжение и руны энергии. Чтобы изготовить какой-либо предмет, необходимо найти соответствующий чертеж в ходе задания. Какие-то чертежи можно получить в награду за выполнение задания. Но прочее вам придется искать в укромных местах. Припасы нужны для выполнения заданий не меньше, чем умения. В отличие от остальных предметов, припасы исчезают при использовании. Понятно. Рун дает особый бонус и ослабление. Вы можете вставить по одной руне в каждый предмет. Снаряжение, головной убор, нагрудник, штаны и меч. Пара советов. Прежде чем отправиться на задание, обязательно закупите припасами. Снаряжение никак не влияет на ваше умение. Оно служит только для самовыражения. Здесь здоровье. Такое свое ваш барсак, его запас выносливости незначительно снизится. Снаряжение. Типа... Так, что у нас здесь? Ух ты! Ёбаный ты в рот! Еще штанишки какие! Меч. Блин, ну прикольно так-то. А у меня сколько? У меня 712, да?
Давай. Кузница убийц. Угу. Давай еще штанишки. Давай, давай. Меч. Давай, давай, меч. Ну и ладно, давай тогда и маску, что ж. Так, рунная энергия. Атака скрытность плюс 10, так и затраты выносливости. Ух ты, блин. Стоит 500 скрытность атака. Даже не знаю. Давай. Профессиональная необходимость. 10 серкинов, да? Максимум. Я даже не знаю. Изготовить? Давай изготовим. Мы изготовили. Использовать вождь. Земля. Броня. Так. Обретенная сила. Ладно. Поговори с Акрой. Есть вообще много вот этих всяческих костюмов, заданий, которые надо туда-сюда бегать. Так, что у нас? У нас сейчас было один за одного, да? Ага. Так, здесь у нас три. Чертеж игры амнезии. Сбон нужна. Так, информация о крупнейшей вражеской базе в долине. Осмотрите на территорию. Дайте пометки на ящики припасы. А. Это просто пометки. Понятно. И здесь у нас в общем всем. Хера себе. Тут у нас в общем. Так, 6. Тут 3 всего лишь. Давай берем. Берем задание. Так, ну, так как я вернулся, поэтому такое будет коротенькое. Все у нас. О, что он такой светится? А, это мы в тени. Это в тени он так светится. Прикольненько. Черно-белое такое. Ладно, на этом все. Так что всего тебе хорошего. Давай. До встречи.